За спортивные успехи наградили участников ежегодной спартакиады среди муниципальных районов Самарской области. Команды со всего региона боролись за звание лучших в 20 видах спорта. Кто стал триумфатором традиционных соревнований, узнал Владимир Маркин. Те, кто показал лучшие результаты и достойно представил свой район, теперь уже в торжественной обстановке получают заслуженные награды. В течение всего года участники областной спартакиады пополняли общекомандные копилки в различных дисциплинах. В этом году триумфаторами соревнований стали спортсмены из Сергиевского района. Мы работаем с детским спортом, и со взрослым спортом. И, соответственно, то, что наша районная администрация уделяет этому направлению очень большое внимание и находит все необходимое финансирование для участия не только в соревнованиях областной спартакиады, но и соревнованиях всероссийского, международного уровня. Областная спартакиада проходит ежегодно с 1992 года. На соревнованиях команды из всех муниципальных районов Самарского региона. Ловкость, скорость, а также физические и интеллектуальные способности демонстрируют участники в 20 различных видах спорта. По итогам состязаний награждаются 10 лучших сборных. Помимо дипломов и памятных кубков, они получают денежные призы. Ежегодно мы вручаем денежные сертификаты. За первые 3 места, конечно, они побольше. Эти сертификаты позволяют приобрести, даже не приобрести, а получить различные виды, что спорт, инвентарь, что форму и так далее, так далее. То есть это связано со спортивной тематикой. Победители спартакиады отправятся на всероссийские зимние и летние сельские спортивные игры, которые пройдут в различных уголках страны. Владимир Маркин, Александр Дмитриев, Новости губернии.